наш магазин «Лента». Я зашла в торговый центр «Лидер», где находится магазин «Лента». Здесь вот разные торговые павильончики всякие. И зоомагазин есть, и сувениры. И всякие кафе, где можно перекусить. Тут зоомагазин, сюда иногда заглядываем мы. Ну и сейчас пройдем в магазин «Лента». Ну, вот здесь представлены всякие товары для дома, детские товары. Всякие акции здесь проходят. Допустим, сковорода. Такая вот неплохая сковорода. 849 рублей. Хорошие скидочки на них. 1000 рублей, 1100. Такая вот большая. Это сейчас в отделе, где хозтовары. Как бы так цены показывать не буду подробно. Просто покажу сам магазин. В Саратове там магазин «Лента» гораздо больше. Там одежды много, обуви. Здесь у нас в городе поскромнее немножко. Бытовая техника здесь представлена. Немножко посмотрим сейчас бытовую технику. Это вот сушилочки. 2000 рублей. Такая вот сушилочка. Три тысячи большая. Есть вот 3500. Мультиварки, микроволновая печь. Вот есть за 3000. Так, в основном 5-6. Есть вот такая вот с наворотами за 8. Даже сверху, я так поняла, у нее как плитка, что ли, электрическая еще встроена. Интересненько. Так, здесь вот кухонные весы от 300 рублей, ну, от 400 рублей и 1000 рублей. Миксер планетарный 5000. Хорошая вещь, кстати. Мясорубочки 5000. Я не буду сейчас подробно рассказывать, какая мощность там. Если вам видно ценники, посмотрите. Мясорубки, блендеры. Такие вот всякие еще здесь блендеры. Чайнички
2000, 1500. Кофемашина, кофемолки. Не мешал бы, конечно, кофемолочку себе еще одну купить. Зимняя резина. Вот такая вот цена. 3800, 3,5. В общем, от 3200. Кама. Но она такая. Нам не понравилась она. Есть вот другие еще. Кардиант. Цена за одну штуку. Такие вот еще. Фены. Цена. Какая цена на них? Есть вот даже за 200 такой небольшой. Утюги. 6,5. 3000. 2000. И самый такой простенький 800 рублей. Удлинители. Немножко здесь есть выбор пылесосов. 2200 ватт. 5000 почти. 4500 ватт, 6000. Входим в отдел продуктов. Здесь вот живая рыба у нас есть. Бедняжки, мне их так жаль всегда, этих осетрят. У них такие милые. Такие хорошенькие. Осетр живой. Цена 1700. Карп 450 и форель 850. Это очень
давай сейчас это сделаем. Сняла цены на мясные товары. И колбасные, они как бы приблизительно везде одинаковые цены. Это я не буду на них заострять внимание. Ну и дальше там всякие салаты на развес. Ну, здесь вот такие вот отделы еще там с овощами, холодильники, заморозка, хлеб, как привозной, так и тот, который выпекается в самом магазине местной пекарни. Здесь вот так вот красиво, горкой конфеты всякие для покупателей местные. Вот, покажу цены на кондитерку. Шоколадочки. Ну, еще хочу добавить, что здесь цена идет двойная. То есть, вот, допустим, смотрите, вот ценник без карты лента товар будет стоить 74 рубля за 100 грамм. А, за одну штуку. Вот. А по карте магазина лента будет цена гораздо ниже. Так что выгодно иметь с собой карту или спросить у кого-то на кассе. Если нет с собой, тогда цена будет выгодная. А без карты покупать здесь, конечно, это будет очень дорого. Вот такие вот конфетки Твикс на развес. Сникерс, весовой товар, Баунти, конфеты Марс, дороговато, конечно, ну, есть что выбрать по более доступной цене. Ну, в общем, на любой вкус и кошелек. Такой вот супермаркет. Здесь вот такие конфеты в коробках. Печенье.
бутылочка. Товары вот с таким вот знаком 365, это товар, который по выгодной цене, он как акционный, в общем, только в магазине Лента можно купить. И порошок стиральный такой бывает 365, и чай, и в общем, товар специально для магазина Лента. Я вот обычно большой чай беру всегда, 100 пакетиков. Ну, чай Тесс неплохой. И цена на него тоже такая неплохая. 239. 249. Частенько Тесс покупаем. Гуртис вроде как неплохой, не знаю, что-то не брала я никогда. Гринфилд. О чем у нас Гринфилд? Маленький 95, большой 300. Я обычно вот беру Ахмат или Тесс. Ахмат дороговатый, почти 400 рублей стоит. Ну, в общем, маленькие пачки, 25 пакетиков, где-то в среднем в районе 100 рублей. Ну, посмотрим раздел, где кофе. Так, это у нас цикорий. Цикорий какой-то прям очень дорогой такой. Наверное, хороший. Золотой ярлык какао. Так, неплохое качество. Раньше, конечно, лучше был. Но неплохой. 105 рублей. Ну, вот опять же, товары 365 дней. Линеечка. Так, сейчас посмотрим, которые в баночках у нас кофе. Вот черная карта. 429 рублей за 190 грамм. Фреска 409 за 190. Есть вот кофе в мягкой упаковочке. 75 грамм, 194 рубля. Из кафе Gold. 400 грамм, 1370. Растворимый из кафе. 750 грамм, 2300. Тут баночки у нас по 180 грамм. Ну, вот более такие расфасовочки в банках обычно, которые частенько берут. 95 грамм, 270 рублей. Thank you.
немного пробегусь по алкоголю. Не особо мне интересен. Это вот игристые вина. Так, мартини. Цена за 1,5 литра. 0,5 мартини. Какие-то плодовые ягодные тут алкогольные вина, или не являются они вином, не знаю. Так, ну вот здесь Джек Дэниелс 0,7. Всякие здесь виски. Потом вот еще такие вот вискарики, так скажем. Вот такая вот алкогольная продукция. Здесь уже всякие водки. А здесь вот то, что такое коньячное. Я еще покажу цены на пиво. Так, нулевка у нас. 50 рублей, моя любимая нулевка. Она обычно где-то 44-42 стоит из всяких карт в обычных магазинах. Баночные всякие тут пивные напитки. Большая банка даже есть. В таких бочонках. В подарок кому-нибудь. 1900 стоит такая бочка. В общем, такой вот большой магазин. Много касс. Ну, сейчас утро, еще народу мало на кассах. А так, конечно, когда вот час пик, после 5 вечера, тем более в пятницу, народу очень много здесь бывает. Ну, такой вот обзорчик я для вас сделала.